Нет, это не с детства. Я вообще изначально думала, что я буду астрофизиком. Мне это очень нравилось, и я думала, все. Это мое, меня больше ничего не интересует, но в какой-то момент я начала так интересоваться кино, и я думаю, так все, я хочу это сыграть, и вот пошла в эту профессию. Я приехала из Новосибирска, то есть закончила Новосибирский государственный театральный институт. Ну, оказалось, как бы, как и все оказываются в театрах, то есть я закончила институт и такая, все, нужно куда-то идти работать. И учитывая то, что это были условия карантина, то есть нужно было, ну, отправлять свои портфолио, ездить на кастинги, я съездила в Пермь, то есть меня взяли, и я поняла, что, ну да, да, то есть мне понравился этот театр, и первое впечатление было, что это что-то какое-то огромное, масштабное, потому что до этого я, ну, стажировалась в театре поменьше. Ну, когда еще училась в институте, и тут я просто приезжаю и думаю, вау. То есть масштабы видно, что идет работа. Да, меня удивило то, что, оказывается, эта работа иногда может предполагать переезд. Я не ожидала. Я думала, ну все, все, на меня точно возьмут. В театр в Новосибирске я буду жить в Новосибирске. Но оказалось, что если ты, ну, чего-то хочешь, то есть тебе, ну, просто нужно куда-то ехать, нужно где-то пробоваться. И, ну, меня предупреждали, что ты будешь там играть первое время там, пятого грибка, и, как это обычно говорят. И, ну, да, так и есть первое время, но вот эта роль в «Маскараде» — это большая удача на самом деле. И очень хороший шанс. Самое большое впечатление — это он сам, потому что каждая репетиция, он, ну, он очень, то есть он как актер, он очень эмоциональный человек, очень такой яркий, когда он начинает что-то описывать, что-то рассказывать, что-то объяснять, это, ну, это как отдельный спектакль обычно. В этом спектакле она как бы такой, ну, свет, я бы вот описала ее словом свет, потому что на фоне общей картины она... Но она очень чистая, она какая-то такая правильная. Даже не то, что правильная, но с добром, скажем так. То есть Нина — это свет и добро для меня. Нет, вины Нины в этом нет. И он убил ее, потому что... Ну, он не мог поверить в то, что она... ну, в то, что она невиновна. То есть он верил только в то, что она, правда, как бы его предала. И, то есть у него как бы, как сказать, есть представление о мире, что все плохо. И вот, ну да, естественно, конечно, она поступила тоже плохо, как и все вокруг. И то есть он не смог ей поверить, поэтому он ее и убил. Мне было бы интересно сыграть, например, Лебяткину из «Бесов». Было бы интересно сыграть Лизу Хохлакову из «Братьев Карамазовых». То есть что-то такое. То есть это героини, ну, для меня лично, которые немножко... Ну, они немножко не здесь. Но при этом они несут все равно в себе какие-то очень глубокие мысли. Мне было бы интересно, как, ну, как я бы именно могла это сделать. То есть что это вообще такое? Вот. Меня очень удивляет этот спектакль. То есть я не думала, что «Маскарад» можно сделать так. И это не что-то там ради шоу вообще. Это вообще не ради шоу. Да, да, это нарядно, но... Мысль, которая там заложена, она, во-первых, очень актуальна, а во-вторых, она правда важна, ее нужно произнести, показать, поэтому рекомендую.